Уборка дорог в Химках, индексация зарплаты и сверхурочная работа. Эти и другие вопросы глава городского округа Дмитрий Волошин обсудил на встрече с водителями автобусов. Что вас беспокоит? Ну, зарплата самая важная, конечно. Самая лучшая помощь – это деньги, это очевидно. А еще какая-то помощь нужна от нас, от города? Безналичный расчет. Если перевести всех людей на безналичный расчет, было бы гораздо интереснее работать и водителям, и самим пассажирам. Сейчас в городском округе трудятся 363 водителя автобуса. В связи с пандемией часть работников находится на больничном, а тем, кто остался в строю, приходится работать с утроенной силой. Порядка 20% находится на больничном, соответственно, есть переработка среди водительского состава, что очень сильно отражается на водителе, который работает. На встрече решили пересмотреть график работы водителей и найти способ индексации зарплаты. В среднем водители автобуса получают от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. В ближайшее время заработную плату планируется увеличить на 15%. Водитель должен быть, водитель отвезет там 30 жизней ответственности. Собран, аккуратный, выспавшийся, понимаешь, вот он должен выглядеть по-другому. А там ребята, ну видно, они устают, ну это может быть из-за того, что 20%. После общения с водителями глава городского округа проверил состояние общественного транспорта. Вместе с другими пассажирами Дмитрий Владимирович проехал по городскому округу в автобусе и оценил состояние техники.